Я не мечтал о полетах. Я маленький, может быть, мечтал, но остальную всю жизнь я не мечтал о полетах. Мне просто понравились полеты сами по себе. Это не мечта. Меня все-таки зацепило это чувство полета, само висение в воздухе на этих тоненьких веревочках и тряпочках. Мне очень приятно. Все, вот он, моя женщина. И поперло, и полетел. Я хочу выйти сюда и попробовать поднять обратно на старт. Все, стоп. Из одной ошибки в другую. То сначала опускал рано крыло, теперь я его позже отпустил. Дело в том, что он просто боится сейчас. Его страх вот сковывает сделать этот шаг. Дома у себя он другой воздух, он дома привычная гора, поэтому он стартует без всяких вопросов. А здесь у него просто психологические проблемы. Это не страх. Это мандраж, как бы перед ответственным любым делом. Разбег у меня все равно медленный, потому что не потому что я боюсь, а потому что у меня ноги медленно шевелятся. Поездка в далекую Индию оказалась для меня достаточно неожиданной. Просто опытный парапланерист Павел пригласил на учебу именно сюда, в Бир, в Гималайи. Чем хорош Бир? Ну, во-первых, здесь многое предсказуемо. Самим рельефом, самим пейзажем. Если даже ты вываливаешься из потока, идешь в минус, у тебя нет такой дурной болтанки, как у нас на Урале. Вокруг храмов принято ходить в гору. Каждый день мы вычерчивали на параплане в пряном гималайском воздухе замысловатые круги. Крутим поточек. Совершали над зелеными хребтами, над золотыми парящими крышами буддийских храмов свою парапланерную гору. Мы приходим на старт, мы приходим на склон, мы видим, что условия опасны. А все равно лезешь. А все равно лезешь? А все равно лезем. Потому что тебе нужно, потому что тебе горит. Да. Кому-то полет в таких условиях – это халява, а кому-то страшно. Страх вообще вещь очень хорошая, если она, конечно, не сковывает движение пилота. Не страх. Опасения присутствуют, возбуждение при старте присутствует. Знаю, ребята, зачем вы летаете, если вы боитесь. Страх переводит человеческий организм как бы на ступеньку выше. Страх был потом, когда ты упал и лежишь, и думаешь, сильно ты поломался или не очень. Вот это тогда, да. А во время полета нет, удовольствия. Будешь назло всему пытаться уйти, ты какую-нибудь херню сделаешь. Оля, Вова в воздухе, у нас остался Петр Борисович. Да, Паша, со мной ходить нет. Ты уже ходил.